Юная Элина Быстрицкая летела как на крыльях. Ее пригласил на встречу сам Михаил Шолохов. Она докажет ему, что станет лучшей Аксиньей в новом фильме «Тихий дон». «Разрешите войти?» – робко поинтересовалась актриса и в шоке остановилась. На столе и полу валялись объедки и бутылки. В комнате стоял стойкий запах перегара. Шолохов страдал от тяжелого похмелья, но, увидев красавицу Элину, в восторге крикнул. «Это лучшая Аксинья из тысячи!» Целый час ей пришлось выслушивать пьяные восторги Шолохова. Но Быстрицкая была готова на все ради роли своей мечты. Однако на прощание актриса не сдержалась и выпалила. «А это лучший писатель в худшем виде!»